А теперь давайте откроем послание к римлянам, 12 глава. Начнем с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество — пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение — пребывай в служении. Учитель ли — в учении. Увещеватель ли — увещевай. Раздаватель ли — раздавай в простоте. Начальник ли — начальствуй с усердием. Благотворитель ли — благотвори с радушием». Послание к римлянам часто называют уставом христианства, уставом христианской церкви. От других книг Священного Писания оно отличается в том, что именно в нем записаны основы христианского вероучения. Ну, скажем так, первое послание Коринфянам — это книга душепопечительская. Там проблемы в браке, проблемы идоложертвенного, проблемы духовных даров — разные вопросы, разные сложности, и это книга душепопечительская. А вот послание к римлянам отличается в том, что послание к римлянам излагает основные истины христианства, основоположные истины христианства, в том числе и истины, относящиеся к духовным дарам. Чем уникален этот список духовных даров в послании к римлянам, 12 глава? Во-первых, тем, что дары похожи на монету. У монеты две стороны. С одной стороны, духовный дар, как раз тот, о котором мы говорим, но есть ведь и обратная сторона. И вот эта обратная сторона монеты — это ответственность христианина. Сегодня мы с вами убедимся в том, что, исполняя поручения, которые представлены в этом списке, мы принимаем на себя ответственность. Происходит это постепенно. Это невероятная вещь. Начинается все это с нашей ответственности, но потом мы начинаем видеть, что какие-то из этих даров, какие-то из этих служений доставляют нам особую радость, особое удовольствие. Например, каждый христианин призван к милосердию. Иуды 1:22. «К одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте». Каждый христианин призван вести, когда это необходимо. Ну, например, каждый из нас так или иначе управляет нашей семьей. Каждый христианин призван хорошо управлять семьей. Каждый христианин призван давать, жертвовать, ободрять, наставлять, послание к Евреям 3:13, «но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне». Мы призваны наставлять друг друга, об этом Павел говорит в послании к римлянам, 15 глава, 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Мы призваны служить. Каждый из нас призван провозглашать и возвещать истину Божию. Именно в этом главный смысл
слово «пророчество». Так что происходит поразительная вещь. Мы с вами принимаем на себя различную ответственность, но со временем мы понимаем, что в каком-то смысле, в какой-то грани Господь дал нам особые дары. Я считаю, что эти дары подобны рождественскому подарку или подарку к дню рождения. Когда мы рождаемся свыше, Бог дарует нам эти самые дары для того, чтобы служить другим. Да, все это для нас ответственность, но есть особые дары. Как открыть эти дары? Как определить их? Один из способов заключается в том, чтобы прислушаться к своему сердцу. К чему ведет меня сердце? Проповедовать Слово Божие, служить Божьему народу, ободрять, утешать скорбящих. Братья и сестры порой нам говорят: «Смотри, Бог даровал тебе вот такую способность, такой дар». К этому тоже нужно прислушаться. Знаете, когда Бог дарует нам дар утешения, дар ободрения, другие это заметят, заметят очень быстро. Значит, две вещи, два критерия. С одной стороны, наше собственное ощущение, с другой стороны, оценка со стороны других людей, то, как нас оценивают другие. И вот таким образом мы учимся использовать дары во славу Божию. И сегодня мы с вами проходим список христианских даров, духовных даров. Давайте посмотрим на эти дары через лупу библейского героя. Смотрите, вот у нас есть несколько даров, и по каждому из даров мы приведем пример, какого-то библейского героя. Существует масса, существует множество духовных даров. Об этом в первом послании к Коринфянам 12 глава. Но наша задача сегодня поговорить об этом внутреннем устремлении, которое Господь дарует нам, и о героях Библии, которые проявляют то же самое внутреннее устремление. Первый герой, о котором мы будем говорить, это апостол Павел. Апостол Павел — великолепный пример человека, который вот так устроен, который так сделан. Он пророк с большой буквы, то есть через него Бог дал большую часть своего слова. Он также пророк в том смысле, что он умеет, может предсказывать будущее. Он говорит эфесским христианам, эфесским пресвитерам, что они больше не увидят его. Помните, Деяния, 20 глава. Он говорит, что вот вы меня больше не увидите. Значит, он может предсказывать будущее. Он пророк с большой буквы. Я считаю, что, конечно, дары апостольства и пророчества существуют, но уже не с большой буквы, не в том виде, в каком они существовали в самом начале. Церкви. И все-таки в каком-то смысле дар пророчества существует. Это дар провозглашения Божьей истины. Это дар ободрения к следованию Божьей истины. Это дар говорить прямо, не обязательно предсказывать будущее. Конечно, у Павла этот дар тоже был. Мы видим проявление этого дара, дара пророчества с малой буквы, в том, что этот человек откровенен. Это прямой человек. Он прямо излагает истину. При этом часто это бывают сильные, волевые люди. Павел и Варнава приходят мне на ум в связи с этим. Павел — одаренный пророк Божий. Варнава — муж ободрения, муж утешения. Мы уже говорили о нем на предыдущей лекции с вами. И вот когда начинается спор между Павлом и Варнавой, это 13 глава Деяний апостолов, Павел стремится вперед, стремится к цели, он сильный, волевой человек. А Варнава — муж утешения, и они сталкиваются, идут в разных направлениях, в разные стороны. И вот именно в этот момент проявляется дар пророчества с большой буквы, но также и с малой буквы. Павел записывает Слово Божие, но также говорит прямо, говорит без обиняков. Еще один дар, который описан в Священном Писании, это дар служения. Это дар, который нацелен на восполнение практических нужд людей. Мы поговорим сегодня о Стефане, но прежде чем это сделать, мы пока находимся в первом послании к Коринфянам. Я расскажу вам историю, которая называется «Хранитель горного источника», источника воды. История эта записана в книге Питера Маршалла, которая называется «Мистер Джонс, вот ваш господин».
Вот эта история. Я думаю, что она наилучшим образом показывает, что значит служить. У подножия горы находился небольшой городок, а в горах был источник. И у этого источника был человек, жил он где-то далеко, в лесу. Он был хранителем источника. Он убирал мусор из реки, он убирал ветки, все, что перегнивало, убирал для того, чтобы река, горная река, стекала с гор чистой, веселой, прозрачной. А внизу был город, внизу на мельнице, водяные мельницы, падала вода этой реки. Внизу были ручьи, внизу были пруды, где плавали лебеди, детишки играли. Но в городском совете были бизнесмены, и они как-то подумали, надо нам оптимизировать бюджет. Вот у нас есть человек, написано, что он хранитель горного источника. А кто он такой? Он не нужен нашему городу. Никто из нас никогда его не видел. Надо просто построить резервуар, в который будет стекать вода, потом, соответственно, эта вода будет распределяться из резервуара. Сократим этого человека, сократим эту зарплату. Резервуар построили, и хранитель видел, как резервуар заполняется водой. Но вода была не та. Она позеленела, зацвела, водяные мельницы стали засоряться. И в конце концов городской совет признал свою ошибку и снова позвали хранителя горного источника. Знаете, почему мне так нравится эта история? Потому что дар служения — это один из даров поместной церкви. Есть люди, которых Бог побуждает просто восполнять самые основные нужды для того, чтобы церковь действовала, чтобы церковь собирала, чтобы церковь служила. Я вспоминаю одну женщину, у нее были дети, были внуки, и каждое воскресенье она приходила для того, чтобы работать с малышами, для того, чтобы менять памперсы, для того, чтобы подмывать их. Я помню еще одного мужчину, который не мог ни преподавать, ни проповедовать, но каждую субботу он приходил и убирался в здании, он был уборщиком. И в воскресенье все было красиво, чисто и уютно. Да-да, каждой церкви нужны такие служители. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. В Новом Завете говорится о человеке, который и сам, и дом его посвятили себя на служение другим. Звали его Стефан, говорится о нем в первом послании к Коринфянам, 16 глава с 15 стиха. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Вот это и есть дар служения. Не то, чтобы нас признавали, не то, чтобы нам служили, но служить самим.